片手伏せ100回Добрый день всем анимешным бойцам кастомки аниме. Если вы первый раз играете в эту кастомку, то сейчас я вам устрою небольшое введение, которое поможет вам освоить. Если вы не знаете, какого героя вам лучше выбрать, то советую приглядеться к тем, которыми играть проще, чем остальным. Вот 5 наиболее простых героев. Есть также герои, которых нежелательно брать новым игрокам, ввиду их высокого требования к умению играть и повышенном уровне сложности. Вот эти герои сложнее, чем остальные. В вашем стартовом закупе вы всегда сможете найти алхимию. Это своеобразный медас этой кастомки. Только ему не нужен крип. Вы просто его прожимаете, тратите ману и получаете взамен золотой опыт. Прожимать его очень важно. Однако всегда возникает вопрос, где взять ману на алхимию. В этом поможет Балка. Он восстанавливает большую часть вашей маны при использовании. Возьмите один на старте игры, и ману всегда будет в достатке. В рекомендациях покупки вы можете видеть коммон. Но это не значит, что его нужно брать всем героям без разбору. Все дело в том, что кастомка аниме достаточно требовательная к умению играть. Разнообразие предметов дает простор выбора. И даже некоторые кастеры могут стать опасными физ ДД. И наоборот, стандартные дотерские предметы лучше не брать. Я же покажу наглядно те, которые точно можно брать в этой кастомке. В качестве ботинка берите 3 или метлу. Вот это предметы на урон с руки. А вот это предметы для кастеров и нюкеров. Это защитные. Остальные предметы довольно универсальные, и их в целом можно покупать почти любому герою. Теперь же расскажем вам о фундаментальных отличиях, которых нету в стандартной доте. Первое отличие. Хекс выключает все. Хекс контрит всех героев. Выключает почти все пассивные способности и стаки. И Хекс не очищается ничем. За исключением всего одного героя. Рейвен. Второе отличие. Кастомка аниме просто изобилует различными ваншотами. Тут буквально каждый второй герой может отправить вас на фонтан менее чем за секунду, если вы замешкаетесь или ошибетесь. В магазине можно даже купить предмет, который позволяет ваншотнуть любого героя. 6 слотов не сделают вас неуязвимой райт-клик машиной. Предугадывайте оппонента, переиграйте его своими навыками. Ну что ж. Вводный курс бойца подошел к концу. Удачи в покорении паблика, и помните, что второе и третье место тоже победитель. Good luck!